Ваша спортивная карьера началась вовсе не с вольной борьбы, как думают многие, а началась она с тяжелой атлетики. Расскажите нам про это, как так получилось, что вы попали именно в тяжелую атлетику сначала? Это благодаря братьям Наниевым, и они открыли секцию тяжелой атлетики в Нагире. И я, глядя на своих старших братьев, они занимались тяжелой атлетикой, тоже с ними ходил же так на тяжелую атлетику. И мой одноклассник, мои друзья как бы то занимались борьбой. И когда я прозанимался уже 4 года тяжелой атлетикой, я как бы пошел уже на секцию борьбы. Борьба больше понравилась? Ну, борьба более такой игровой вид спорта. Там, когда ты приходишь на борьбу, ты не занимаешься там борьбой, а где-то и в регби играешь, где-то в футбол играешь. Как-то меня это затянуло. И я так и остался в секции вольной борьбы. Ваш старший брат занимался и занимается тяжелой атлетикой. Он олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Вот его первая победа на Олимпиаде повлияла на ваше будущее как-то? Конечно, повлияло. Он как бы, когда брат стал уже показывать результаты, я уже как бы боролся по юношам. И глядя на него, он был для меня примером. И как он относился к своему, к этому виду спорта. То есть вид спорта, независимо, тяжелая атлетика или это вольная борьба, везде нужен режим. Режим, без режима в спорте, как бы, мое мнение такое, что делать нечего. Поэтому я смотрел на него, и он очень серьезно подходил, и был очень режимным, и когда готовился, то он отключался где-то на полгода, и кроме вот этого тренировок и думая о соревнованиях, да, полностью отдавал себя спорту, одним словом. Артура, не было такой гонки за медалями? Ведь он первый стал олимпийским чемпионом, а потом только через 7 лет, если не ошибаюсь, уже вы стали олимпийским чемпионом. Сперва как-то одинаково у нас происходило. Он первую Олимпиаду тоже взял серебряную медаль. И у меня тоже на первой Олимпиаде была серебряная медаль. И я думаю, что лучше него меня никто не понял в этот момент. Мне было очень больно и очень действительно тяжело, когда я вот проиграл свою первую Олимпиаду. Конечно, хотелось стать 21 год олимпийским чемпионом, но не получилось. То есть серебро вы расцениваете как поражение? Ну, второе место – это поражение. Я считаю, что это поражение. Если даже так вот подходить так, то когда ты выходишь, борешься за золото, ты же проигрываешь. Это есть поражение, да. Меня как только не успокаивали, ты молодой еще там, все второй, впереди. Да, все впереди. Но может же быть такое, это жизнь, и в жизни всякое бывает. Вот я стал серебряным, и мог на этом или заболеть, или что-то могло случиться, и вообще мог закончить свою спортивную карьеру. Поэтому я как-то трезво смотрел на это, и действительно мне было тяжело. Редкий случай, когда родные братья являются оба олимпийскими чемпионами. В чем секрет? Гены? Ну, знаете, не только мы олимпийские. Есть много братьев, родных братьев, олимпийские чемпионы. Но у нас так получилось, что Тимур, старший брат по тяжелой атлетике, я по вольной борьбе. Может быть, где-то и природные данные, может быть, что-то я не могу сказать. И как бы, но то, что касается того, что как мы подходили к своему делу, я думаю, что это тоже не сыграло ним маловажную роль. Артур, еще вопрос от телезрителей. Вспомните, пожалуйста, самый счастливый день в своей жизни. Так как я уже лет 20 занимаюсь спортом, и самый счастливый день моей жизни был это, когда я стал олимпийским чемпионом. И, если честно, вот эти ощущения мне очень тяжело передать. И в этот же момент были такие же ощущения. Вот я очень долго шел к этой цели и наконец-то дошел. И как бы в тот же момент было какое-то еще опустошение. Вот, ну как бы... Достиг, а дальше? Да, достиг, а что делать дальше, да. И, конечно, благодаря своему тренеру Казбегу Магомедовичу Дедикаеву, я и сейчас говорю, я бы, наверное, уже бросил бы этот вид спорта, но благодаря ему мы поставили перед собой цель и как бы идем к своей цели. В вашей спортивной карьере было много схваток, и вот, наверное, есть какие-то особые для вас схватки, какие-то самые запомнившиеся. Вот можете сейчас назвать хоть одну из них с тем соперником, который для вас был, может быть, самый трудный? Это 2001 год, эту схватку как бы я запомнил. И вот в 2001 году был чемпионат мира, я вел схватку, финальную схватку, 3-1, и как-то так получилось. На сегодняшний день я не могу ответить на этот вопрос, и проиграл эту финаль. За 30 секунд проиграл, то есть Давид сравнял схватку, и потом проиграл 4-3. И вот эту схватку, наверное, запомнил уже на всю свою жизнь.
Какие чувства вообще испытываете, выходя на ковер, вот именно к сопернику? Не, если честно, когда выхожу, бываю хладнокровным. У меня не бывает ни ненависти, ни злобы. Просто когда выхожу, я настраиваю себя именно на борьбу, именно на выигрыш. Какие качества в человеке вы цените больше всего? Честность и преданность. Артур, доводилось ли вам когда-нибудь кого-нибудь тренировать? У меня не было такой возможности, но когда я прихожу в зал, если вижу молодой парень занимается, то мне, конечно, бывает приятно ему что-то подсказать какой-нибудь прием, конечно, не такой технарь, чтобы такие показать. Ну, вот то, что я сам хорошо могу делать, я вот это всегда покажу. А так, если честно, не приходилось мне кого-то тренировать. С каким девизом идет по жизни Артур Таймазов? Мой девиз – это никогда не останавливаться на полпути и идти к своей цели до конца. Артур, вот мы знаем, что ваш сын ходит не на вольную борьбу, он ходит на хоккей. Как так получилось, что вы его отдали именно на эту секцию? Ну, хоккей, как в Осетии, эта секция недавно открылась, и этот вид спорта мне очень сильно нравится. Это как бы и мужской вид спорта, и очень близко подходит их борьбе. Так как хоккеем занимаются в 4 года, а борьбой желательно, чтобы ребенок начал заниматься в 10 лет, в 9 лет, в 12 лет, то есть для борьбы ему еще рано. Но так, чтобы он развивался и занимался хоккеем. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он стал хоккеистом, но все зависит от школы. И если у нас будет хорошая школа хоккеем, то он останется, я думаю, на хоккей и будет заниматься хоккеем. А я всегда подхожу ко всему реально и смотрю на вещи так трезво. Поэтому если не будет школы, я его переведу на вольную борьбу. А ему самому нравится хоккей? Ну, это хоккей, пока в их возрасте, это игровой вид спорта. Кому не нравится? Ну, для каждого человека бывает кто-то кумиром. Вот для меня в спорте и вообще в жизни вот всегда равнялся, я еще раз, может быть, повторюсь, но всегда равнялся на своего брата, потому что как бы он для меня был доступным и как бы вот глядя на него, как он относился к своему делу, вот он был для меня кумиром. Конечно, в спорте, в борьбе, это Суслан Петрович, Андиев, Махарбек Хазбич Хадарцев, Арсен Сулейманович Фадзаев. Как бы они тогда для меня были не так доступны, если я их видел, мне было настолько приятно, что вообще это легенды мирового спорта. Как бы каждый год, не проигрывая ни один чемпионат мира, и шли к своей цели. Да, может быть, по каким-то причинам им не удалось стать трехкратными олимпийскими чемпионами. Но это жизнь. В конце каждый наш гость имеет возможность сказать что-то молодым спортсменам, тем, которые только начали заниматься спортом. Или, может быть, тем, кто еще не начал, но хотел бы. Что вы можете им, совет какой можете дать? Я бы им дал такой совет. В любом случае, если ты занимаешься спортом, это полезно для здоровья. Как бы будешь полностью развиваться. А те, которые профессионально идут, я бы им посоветовал, чтобы они очень серьезно относились к своему делу и трудились. И, конечно же, режимили в том смысле, чтобы если ты режимишь, то значит ты относишься серьезно к своему делу. И еще раз повторюсь, то, что касается, если ты занимаешься спортом и живешь по режиму, то я думаю, что это просто так и безрезультатно не пройдет. Ну что ж, это был совет от Артура Таймазова. Артура хочу поблагодарить за то, что нашел время в своем графике, пришел к нам в студию, ответил на вопросы. Надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо вам за приглашение. И надеюсь, что увидимся.